Всем, ребята, с вами Ночная Пума. Сегодня я поиграю за Овика. За курс, да. Не понял. Он агр. Ну, понятно, все, тактика у них очень простая. Парик убивает, трек со мной дерется. Все очень-очень просто. Мне уже жизнь не такая, бедный друг. Блин, тут алы. Все, валим. До свидания. Три алы, блин, капец. Ну ладно. Собственно, чему я хотел сегодня уделить время? Кто-то возмущается, что я не хочу покупать гигу. Вот, ребят, что я хочу вам сказать. Почему я не хочу покупать, собственно говоря, гигу? Вот смотрите. У меня очень простая логика. Посудите сами. Вот куплю я гигу. Ну, будет у меня гига. Потрачу 140к, который я копила месяц. И сниму я об этом ролик. Ну, кто меня будет смотреть, ребят? Там максимум наберется, я не знаю, 75 просмотров и 7 лайков. Так нафига мне это нужно, извините меня? Потому что я не собираюсь тратить ради 7 лайков. Я не собираюсь тратить 140 тысяч. И вот это все мое время накопления этих денег. Поэтому, ребята, думаю, что вы поймете. Если особенно вы блогер, то вы точно должны понять. Если ты меня сейчас смотришь, вот этот игрок, то, пожалуйста, прости, я просто хотела есть. Кстати, что вчера было, собственно говоря, с ветром? Вот вчерашнее видео, кто не смотрел, то обязательно посмотрите. Вот про вчерашнее видео, ребята. Ветер, этот игрок, он оказался реально агрессивным челом. И теперь вот я даже не могу отдохнуть спокойно в игре. Я постоянно, вот, я просто не могу расслабиться, поиграть спокойно, вот все вот это, без нервов я не могу теперь. Мы теперь не можем, извините, без нервов, потому что ветер и вот его собратья, например, Ермек Санзар, она оказалась тоже на его стороне. Вчера мы, кстати, войну устроили, мы пытались ветра убить. Я играла за церкву, потом зашла за церкву после конца ролика. Мы начали играть, и собрала стаю, там 3 церкви, 2 барика. То есть нас всего 4 церы, 2 барика, 6 нас в стае. А вот эти вот, кроме меня, они все были джувики. Так вот эти джувики, они... Собственно говоря, они, ну, не могли постоять. Пришел, в общем, ветер за спинозавра. Он всех их убил. Меня покусал, я успела убежать кое-как, извините. Кое-как я успела убежать от него. Сохранить рост церы моей. Потом, из-за этого я зашла за Рекса. Кто-то за Карну, некоторые, ну, вот люди там некоторые. Кто тоже за Церу эту играл, они зашли за Карну, и начали мы играть. Мы начали, в общем, месть. То есть мы там все собрались, я за Рекса зашла, мы убили Алика. Вот
Алика, ветра за Алика мы убили. Ну, в принципе, я довольна. Хотя они меня слили, но оказалось, что у меня интернет глюкнул, они меня не слили за Рекса. Прикол. В общем-то, вот такая вот. И теперь я не дружу с теми, кто дружит с ветром. То есть, ребята, вот, собственно говоря, я теперь... Война у нас такая. Ну, в принципе, ребят, думаю, что вы поддержите меня, что он поступил нечестно. Вот ветер. Кто не смотрел мой прошлый ролик, обязательно посмотрите. Я сейчас вам расскажу, что там произошло. В общем, я дралась в конце уже видео, так относительно, где-то на середине, рядом с концом. Я дралась за Кентро с этими, как там, Троадонами, вот. И тут подбегает ветер за Алика. Этот игрок ветер подбегает за Алика и начинает просто меня кусать. Я же тогда была отвлечена вот этой погоней за Троадонами, и я просто его заметила, но я... Понимаете, что мое внимание было и на Троадонах, и на ветре. То есть я просто могла... Не знаю, я была не сосредоточена на ком-то одном. Понимаете меня? Поэтому, ребята, вот такое вот. И он меня убил. Убил. Потом я зашла и сказала, что ты поступил нечестно, ты смухлевал. Он сказал, что надо иметь мозги мне. Он сказал, что мне надо иметь мозги и что надо следить по сторонам. Я просто в шоке от такой наглости, потому что... Этот игрок перешел границы моего терпения. Ребята, я скорпион по знаку зодиака, можно сказать. Ну, вообще, мой знак зодиака это не скорпион, а дева. Но я могу так разозлиться. Если меня разозлить, я буду орать, пока не добьюсь своего. То есть я буду что-то делать, пока не добьюсь своего. Поэтому... Я начала с ним войну, с ним сражаться, хотела его убить, но вот это все, вы понимаете, драка. Ну и все-таки удалось убить его за Алика. И потом война была, в общем-то. Ну, собственно говоря, что думаю, ребята, что вы меня поддержите, что этот игрок поступил нечестно. Он поступил нечестно. Считайте, что он влез в свое дело. Он влез в битву, который вообще он никакой, вообще никаким местом он к ней не причастен. Ну и получил, считаю, что по заслугам. Поэтому... Нет. Ребят, если вы хотите меня поддержать, если вы согласны с моим мнением, то поставьте прямо сейчас лайк под этим роликом, что нельзя так поступать, я считаю. Тем более, если бы даже там был не Кентро и не Троадон, а, например, Гиго. Гиго, блин, и Рекс, вот. Гиго и Рекс. То если бы он туда влез, он бы точно сдох. Его бы просто прикончили. Или кто-то там один. Кто-то бы умер. Второй враг. Второй противник прикончил бы его. Или оба сразу они прикончили бы кого-то там. Ну, кто влез, в общем. Поэтому... Да.
Вот такая вот история, ребята. Ну, а на этом, ребят, я пока закончу этот ролик. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Кому оно понравилось, кто согласен с моим мнением по поводу ветра, то ставьте лайк или подписывайтесь на мой канал. А на этом все. С вами была Ночная Пума. И всем пока-пока.